Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Honda CR-V. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор. Пол в багажнике, видите, несколько кусков фибропласта. Задние арки по небольшому квадрату. Это одни из самых шумных мест в автомобиле. По крышам. Крыша, видите, голый металл. Ни единого куска, ни шума, ни виброизоляции нет. По дверям смотрим. Двери. Задняя дверь, видите, голый металл. Слышите, как звенит. Пол в салоне более-менее виброобработан. Ну, владелец жалуется шумный автомобиль. Ну, передние двери смотрим. То же самое, голый металл. Готовим поверхности, приступаем исправлять. Друзья, закончили клеить вибропласт на CR-V. Проклеим у нас пол в салоне. Максимально обрабатываем поверхность. Двери в данной программе клеим 4 слоя. Первый слой у нас вибропласт 3 мм. Второй слой у нас шумопоглотитель, Т-Интегра, 6 мм. Проклеена крыша вибропластом. Пол в багажнике, задние арки и крылья. Все тщательно прокатываем валиком. Смотрим дальше. Так, друзья, заканчиваем клеить шумоизоляцию на CR-V. Проклеено шумопоглотителем пол в багажнике, проклеены задние арки, проклеены крылья. Двери проклеили третьим слоем вибропласта. И четвертый заключительный слой, который мы клеим в дверях, нанесли на дверные обшивки. Толщина его 15 мм. Проклеен пол в салоне. Вот и закончили работу проклейки крышу. Собираем, проверяем. Автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.